Тверские школьники собирают макулатуру, чтобы стать кинопродюсерами. Верхневолжье присоединилось к кинопроекту «Киноэкология. Киноуроки в школах России». В чем его суть и как относятся дети к такому проекту, выяснили наши корреспонденты. Ученики начальных классов 36-й школы Твери одни из самых активных по сбору макулатуры. На вопрос «почему» ответ последовал незамедлительно и очень развернуто. Мы можем получить новые чистые тетрадки, если сдадим макулатуру старые. Мы сохраняем деревья и тем самым воздух для человека, так как деревья – это легкие нашей планеты. Одна тонна макулатуры спасает 10 взрослых деревьев. Значит, 100 килограмм макулатуры спасает одно взрослое дерево. А 100 грамм макулатуры, ну, можно сделать из 100 грамм макулатуры один рулон туалетной бумаги. Наравне с учениками младших классов идут и 11-классники. В общей сложности 36-я школа собрала около 1500 килограммов макулатуры. Также ребята участвуют и в других акциях. В рамках этого проекта мы учимся отдельно собирать мусор, установленные контейнеры на 3 отсека. Принимаем участие в проекте «Добрые крышечки». Деньги с переработки пластика уходят на волонтерские проекты. За счет этих средств приобретаются коляски для детей-инвалидов, а также другие средства для реабилитации. Проект «Киноэкология» реализуется в нашей стране с 2014 года. Его целью является помощь в финансировании детских короткометражных художественных фильмов для внеклассных занятий в школах России. На деньги, вырученные от сдачи макулатуры, школьники смогут снять короткометражный фильм. Предполагается, что он будет использоваться педагогами в работе, направленной на формирование у детей этических понятий. Для Тверского региона в киноуроке будет раскрываться понятие «коллективизм». И образы малой родины будут присутствовать в нашем фильме, как исток Волги, как отражение судьбы малой родины в судьбе каждого человека. Задача первого этапа – собрать 200 тонн макулатуры. Сейчас школьники Верхневолжья собрали уже около сотни. В этом ребятам помогает региональный оператор по обращению с отходами ООО «Тверь спецавтохозяйство». Вывозятся со всех муниципалитетов, каждая школа, в каждой деревне, самые отдаленные, участвуют в этом проекте. Уже вывезен Торжок, Ржев, Андреаполь, Торопец, другие муниципалитеты. Естественно, идет сбор макулатуры в Твери, в школах. Это еще будет продолжаться на этой и на следующей неделе. Конечно, очень большой объем работы. Мы благодарны нашим подрядчикам, которые подключились к этой благотворительной акции. Сбор макулатуры в регионе продолжается. Школьникам осталось собрать еще 100 тонн, чтобы стать кинопродюсерами.